Договор обеспечивает безопасность сотрудников компании «Мособлгазсервис», которая проводит техническое обслуживание газового оборудования, пригласили на встречу с жителями Гребнева. Регулярная диагностика и качество технического обслуживания газового оборудования позволяют предотвратить утечку газа или аварию. В ходе ТО проверяется герметичность соединений в трубах, кранах и задвижках, устанавливается, правильно ли работает автоматика, отвечающая за безопасность. 3 года назад мы начали этим заниматься, у нас более 1000 домовладений было без договоров. На сегодняшний день это чуть менее 200. Так что работа ведется постоянно, двигается, как бы мы работаем с жителями, объясняем ситуацию, что это обязательно, потому что участились случаи взрыва газа в многоквартирных домах, да и в частных, ну а потом как бы это ваша безопасность в первую очередь. По 410-му постановлению Российской Федерации человек, имеющий газовое оборудование, обязан органам поставки газа предоставлять договор на его техническое обслуживание. Также с 1 сентября 2023 года вступил 71-й федеральный закон, в котором говорится, что только поставщик газа имеет право заключить договор. Если вы хотите заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования, позвоните по номеру 8 926 612 25 65.